Приветствую, друзья! Про всепоглощающие пески Саудовской Аравии давно слагают мифы и легенды, в том числе про город, у которого даже не сохранилось точного названия. Где-то его называют Убар, где-то Вабар или Ярам, а горячими песками он якобы был занесен еще 2000 лет назад. Именно об этом загадочном городе сегодняшнее видео. Легендарный город, как говорят, находится где-то в пустыне Руб-эль-Хали, которая занимает треть Аравийского полуострова. В 1992 году исследователь Ранульф Файнс написал книгу об этом городе под названием «Атлантида пустыни» в поисках затерянного города Убар, после чего о городе узнала широкая публика. Любопытно, что в том же 1992 году было объявлено о нахождении древнего Убара в районе под названием Схир в Омане. Однако до сих пор официально не подтверждено, что это именно руины Убара. Согласно легендам, в древнем городе жил народ под названием Ад, во главе с Шададом, Шадад ибн Ад. Город якобы был построен за 3000 лет до нашей эры и был потрясающе красив, с его высокими зданиями, величественными колоннами, башнями и шпилями. Это был богатый торговый город, особенно славившийся маслом и специями. Он также утопал в зелени, и всякий, кто бывал в нем, восхищался им в песнях и стихах. И вдруг город внезапно просто исчез из истории вместе с его народом, высокими строениями и башнями. И согласно сказаниям, на город упало божественное проклятие. Будто бы жители города отказались следовать путям Бога и отвергли советы пророка Худа. После этого на город из ниоткуда налетела мощная песчаная буря и поглотила его. Множество авантюристов пытались найти место, где находился этот мифический город Убар. Но никому это так и не удалось, а авантюристы чаще просто гибли, затерявшись в пустыне. Из иностранцев самой известной попыткой найти Убар прославился исследователь Бертран Томас. В 1930 году он пересек бесплодное и раскаленное море песка. Во время его путешествия бедуины показали ему место среди дюн неподалеку от района Рамалт-Шуайт, где якобы был схоронен город Убар. Бертран там все проверил, но не нашел следов города. Он рассказал об этом археологу и путешественнику Лоренцу Аравийскому, и тот первым дал Убару красивое название «Атлантида песков». Лоуренс даже сам хотел пуститься на поиски Убара, но умер раньше, чем был способен выполнить эту затею. Позже Бертрам Томас написал книгу об Убаре под названием «Арабия Феликс», а потом нашел следы караванов, которые будто бы проходили через руины этого города. Но и он скончался раньше, чем у него появилась возможность снова отправиться в путь. В 1940-х годах английский исследователь Уинфрид Тассайджер первым нашел непонятные развалины вместе с Хисар в Омане. В этом месте была найдена разрушенная крепость доисламского периода, а в 1948 году под ее стеной якобы нашли длинный подземный ход, ведущий непонятно куда. К сожалению, исследователей в тот момент больше заботили поиски воды для верблюдов, чем археологические работы, поэтому в проход они не спускались и больше о нем никто не сообщал. Последующие экспедиции в пустыню ни к чему не привели. Самая большая проблема была в обширности пустыни, она покрывает территорию Омана, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов и Йемена, а точное местонахождение Убара никому не известно. Из современных попыток найти Убар можно выделить экспедицию Николаса Клэпа, который вдохновился книгой Бертрама Томаса. Клэп изучил старые карты региона, в том числе древнюю карту 200 года нашей эры, составленную Александрийским географом Клавдием Птолемеем. Он обнаружил древние караванные торговые пути, ведущие в тот же самый район Схир, и потом начал там раскопки. Клэп сразу же начал находить следы того, что когда-то давно тут жили люди. Ямы для огня, осколки керамики, кости животных, курильницы, монеты и так далее. Именно о его открытии писали газеты в 1992 году. Самый грандиозный раскопанный объект в этом месте – это, конечно же, таинственная крепость с толстыми стенами и четырьмя башнями. Останки рухнувшего в ней колодца так и говорили, что тут случился какой-то большой катаклизм. Да и был ли это тот самый Убар, тоже выяснить не удалось. Друзья!
Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, а также ставьте пальцы вверх, если видео вам действительно понравилось, и подписывайтесь на канал. Всем пока!